если бы еще запас по времени был, может быть, больше шансов было. А так и по времени, и по позиции. Что-то как-то в дебюте, да, надо посмотреть этот вариантик. Ну, теперь с Кариной, да, играем. Что там? Что к чему-то? И берсерк не возьмешь, да? Надо посмотреть. Что к чему. Так. И берсерк не возьмешь. Мороцы у нас. Блин, я не знаю, как здесь ходит. Ой, блин, она Е5 выиграла. Е5 и слон F3. А у вас? А у нас в квартире газ. Видимо, она просто даже не ожидала, что так бездарно можно играть в шахматы. А у вас? А у нас мороцы. Просто Е5 и все. Придется 5. Что-то грозит. И там слон F3, слон А8. Ничего вроде не грозит. Или что-то грозит. Ну не, вроде бы. Главное не зевнуть там, не забыть. И что будем делать? Грозит или не грозит? Главное не зевнуть. Так, думаем. Ладно, короче, взял, понеслось. Взял, потом кони Е4, да? Мне сегодня все качества жертвуют. Смотрите, как. Ну так тоже и ясно, что так нельзя играть, но... Ну, блин, очень хочется. Ладно. Посмотрим, что там это даст. Просто очень хочется. Сейчас все узнаем. Не первый раз, да, сегодня мне там отдают качество. Так, ну что-то бить неохота. Так, пойду. А когда очень хочется... Я не думаю, что качество вот должно быть зеваются. Хуже, чем фигура в такой позиции. Еще пешку возьму. Не верю я в это. Ой-ой-ой. Черт. Пешку зевнул. Нехорошо, что горе такой не размен. Знал. Или не будет размена. Будет. Нехорошо. Ну ладно. Что сделаешь-то? Ну, выглядит пока все дерьмово. Блин, вот это неприятно. Пешки себе разбил зачем-то. Ну, единственное, что вот... Да, честно говоря, даже ничего хорошего нет. Так, должна играть быстрее еще. Нехорошую одну вещь сделала. Ничего хорошего нет. Разбила пешки. Ничего на свете нету. Ну, единственное, что теперь она нас по времени обогнала. Так, что-то мне вообще вот не плюс. Нравится. Ладно, надо уже делать ходы. Не могу я тут выбирать. Еще выбирать не могу. Ой, очень вот не. А теперь, кстати, у нас есть какая-то компенсация, да, пока что. Говоря. Как мне с этим быть? Слон Е4, да. Да, еще так. Ну, чтоб на слон Д3 и слон Д6 пойти. Не грозит вроде пока. Так, это что такое? Нехорошие вещи сделала. Шах съел. Твою налево. Да, это сильный ход. Ну, я думал, оно ладья d6 пойдет. Так-то совсем безобидно. Черт.
Посмотрим. Давайте так. Ну как уж безобидно. Все равно не хватает материала. Обойдется все. Как бы хотели мы этого или нет. Но материала-то все равно не хватает. Грозит. Блин. Фигню сделал, да? Пёрский. Ой, блин, водится 6, да? Победа! Фуф, проиграли. Ну в конце было непросто, да? Я не думаю, что была компенсация, блин, у него такая за качество, но я зевнула вот эту штуку. Все-таки сон на Е3 это было так, да? Ну вот то, что размен там. Нам было попроще сыграть. Вот тут вот. Это мне не надо было, конечно, у меня же пешки разбитые получились, С4. Может быть проще, да, нам было сыграть.